не так просто. Просто нужно, чтобы наносить вкручивающие удары. Нужно расслабить бедра хорошо. Это постоянно нужно учить, работать с этим на любом из уровней. И уровень манекена, и уровень оружия. Я понимаю, сейчас сложно. Вы сейчас делаете очень закрепощенно. Область тазобедренных суставов у вас не расслаблена. Хорошо расслабить поясницу, бедра. Тогда вы можете легко делать это движение вкручивающее. Это очень важно. Сейчас, пожалуйста, поработайте.